это с копейками. В чужой зоне торпедовцы. Уже 6 полевых у них на льду. Добивание. Еще одно. Третье добивание. Четвертое. Гол. 5-5. Торпеда уходит от поражения. В основное время Михаил Варнаков забивает. Фантастика. В три шайбы проигрывала торпеда. 0-3 и 1-4 по ходу матча. С Йокеритом, у которого очень трудно отыгрываться, у которого мало кто в континентальной хоккейной лиге такое отставание отыгрывал. Нижегородская торпеда отыграла. Смотрите, как работают на пятаке. И Варнаков, и Бочаров, и кто там еще третий был? И Белевич, кстати. Андрей Белевич, на мой вкус, MVP сегодняшнего матча, хоть и не забил, ну, забил, вернее, ну, такую шайбу, которую мы списали на вратаря. Ну, то, что он один из самых полезных игроков, доказывает просто то, что вот сейчас 22-летнего новичка команды, никогда не игравшего на таком уровне, Дэвид Немировский выпускает на последнюю смену, когда нужно обязательно торпедовцам отыграться. Он помог там в этом эпизоде. Будет просмотр, я так понимаю.